Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры. Сегодня в этом мы замечательном храме будем служить нашим дорогим, любимым, правящим архиереем Владыкой Павлом. Сегодня день памяти Кирилла и Мефодия, учителей славянских. И это особенный день для меня, потому что в этот день меня рукоположили 15 лет, как я священник. Я вам покажу несколько кадров со службы и сорадуемся вместе с сегодняшней памяти святым. Завершилось богослужение. Вот так мы торжественно отдание Пасхи, день памяти Кирилла Мефодия послужили. Радость на сердце и спокойствие.